Может ли батюшка запрещать причащать ребенка 8 лет во время поста, если ребенок не постится, не хочет? Ну, в теории, конечно, может, но я думаю, что он не прав. В теории может, потому что вообще, так сказать, ну, в общем-то, священник действительно решает причащать, допускать к причастию, не допускать к причастию, причащать, не причащать. Это решение принимает священник. Потому что во время хиротонии, когда его ставят священником, то ему дают часть тела Христова и говорят: «Прими залог сей, о нем же истяжен будешь там». То есть, я не помню там точно фраза, но, короче, с тебя за это спросят там. Вот за это. Поэтому это, в общем-то, в его, так сказать, находится, да. И он отвечает за то, кого он допускает, кого он не допускает. Ну, я не могу тут сказать, что вот он не прав. У него там свои какие-то соображения, у него там свое какое-то видение. Ну, то есть я могу сказать, что он не прав. Я и говорю, что он не прав. Но у него какое-то там свое соображение, свое видение, поэтому, ну, он такое решение принял, это его решение. Я с этим решением не согласен.